услышь ты нас, взываем от вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна, мы приносим жертву вам, и мы про... Да взойдет в ночи жуткая луна, все мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти славим мы матерь Миранду. Эй, помните меня? Я чуть не погиб в том замке. Что здесь происходит, можете мне объяснить? Можно ли погибнуть только чуть? Нам ответит лишь мудрец. Вы же все поняли. Я так и не нашел Розу. Где ее прячет матерь Миранда? Опоздал. Ну или чуть опоздал. Дитя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Она же младенец. Гербы четырех кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Но эта загадка лишь пока нет ответа. Погоди, я же это видел. Эй, эй, стойте!
Что за? Thank you.
Вот и вы. Так и знал, что вы здесь окажетесь. Все было напрасно. Неужто? Полагаю, что-то ценное вы нашли. Не уверен, что ценное, но... Но ваша дочка прямо у вас в руках. О чем вы? А вы приглядитесь. Вам не кажется, что в колбе ее голова? Нет. Нет. Роза! Что? Лучше молчите! Этого не может быть! Я вам не верю! Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Но... Кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Теперь? Вы рехнулись! В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите персону, которая там живет. А потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть! Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить. Но не думаю, что у вас есть... Ваш ход. Клиент, конечно, всегда прав. И все же... Если это вранье, я убью вас. Шутник, блядь. Само собой. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. О, леди Димитреску. Красиво даже после смерти. Какая талия. Но... Вот на что вы... С удовольствием. Одну минуточку. Не обращайте внимания. Интересный выбор. Спасибо за покупку, сэр. Какого черта?
Thank you.
Хотите что-то купить? С удовольствием. Не обращайте внимания. Интересных приключений. Если только посмотреть, витрина вон там. Я могу установить любые модификации интересных приключений. Здрасте. Спасибо за покупку, сэр.